есть вот такая штука, но она короткая, понимаешь? Ну давай на всякий случай. Это я с собой принес, это хозяйская, вот этот бородок хозяйский. И пойду я к автомобилю Нива. Хозяин этой Нивы ко мне приехал к дому и говорит, что-то не в порядке с напряжением. То есть напряжение скачет. Я говорю, давай снимем вот этот генератор. Он говорит, нет, не надо снимать. Я говорю, давай тогда крышку снимем и посмотрим. Может, там диодный мост полетел. Может, с щетками что-то не то. В общем, проблема где-то там, объясняю. Он говорит, нет, не надо, это сделают мастера. Я говорю, какие мастера? Он говорит, есть специальные мастера, к ним подъеду, они это все могут сделать. Я говорю, а я что, не мастер? Он говорит, нет, нет, есть специальные мастера. Я говорю, ну ладно. И вот он мне говорит, приходи в 6 часов вечера, заменим свечи. И вот я эти свечи буду менять. А свечи у него вот в плохом состоянии. И вот у него есть комплект этих свечей. Сейчас посмотрим, что за свечи. Снял он клемму, завернул, чтобы не мешало никому. И вот такая вот свеча. Так, что я делаю теперь? Беру вот эту вот свечу, вот любую. Беру вот этот наконечник, снимаю. А там прям аж ржавчина какая-то пошла. Вот смотрите, окислы всякие. Провода надо менять. Зачем? Она же ездит у тебя, заводится. Устанавливаю. Вот такую вот длинную, там и есть резинка. Резинка обтягивает. Так, подойдет, нет. О, подошло. А то бывает, что можно сломать вот этот изолятор. Да. Вот так, вот врать не буду. Можно сломать таким вот образом. Ну, закрутим надо. Тут рычаг побольше взять. Не получается. Что-то у меня... Вот это да, это... Есть подлиннее что-нибудь, а? Ужас. Или... Уж насколько у меня силы есть. А не могу. Не могу открутить. Отвертка какая-нибудь такая здоровая. Не могу. Надо крутить как бы по оси, не дергать за один конец этого бородка, вот так дергать. А то можно изолятор там сломать, это может такое произойти. А можно его сдвинуть, и он будет шататься. Но все равно вот эти вот свечи на выброс. Да что такое, а? На выброс. Пусть они и ломаются. Не могу справиться. Вот это да! Может, попробуешь? Нет, посвети же меня. Нет, ты за другой конец возьмешься. Вот он у тебя вылезает, а ты за другой конец возьмешься. У меня-то ничего не вылезает. А бородок, вот смотри, как вылез. Да. Вот я его, смотри, рычаг. А пассатижи, они ничего не дадут. А ты попробуй с той стороны этот самый воткнуть. Тут видишь, вот эти вот. Нет, я сейчас попробую вот так вот хотя бы вытащить. Одну сторону. Не двигайся. Нет, тогда не надо. Не надо, не трогай. Свечи? Не надо. Почему? Ну, как не надо? Ты что? Как если... Сейчас. Надо-то. Вот видите, он говорит, не надо. Он, не надо ему снимать, не надо крышку снимать. Мастера это все сделают. И свечи откручивать тоже, говорит, не надо. Вот представляете, тоже, говорит, не надо. Я взялся, а он говорит, нет, не надо, пусть. Давай другую сейчас свечу. Это обалдеть можно. Попробуй. Ты знаешь, что может произойти? Да. Вот бывает такое, что вот эта резьба, да, она там сворачивается. И такое может быть. Вот у некоторых тоже, когда откручивают свечи, и почему-то есть такое дело. И резьба внутри тоже сворачивается вместе с этой свечой. Вот такое было. Ну, а я открутить не могу, это представляешь? Вообще обалдеть можно. И тут все у тебя там
не знаю, куда искра-то бьет. Ну-ка, хоть и снимай воздушный фильтр. Рычаг. А я, если такое дело, я и эту свечу не откручу, и эту свечу не смогу. Ну, давай попробуем. Вот эту, да? Ну, другую сейчас попробуем. Вот тут нет окислов. Нет. Странно. Ну, вот здесь вот. Давай попробуем. Надо что-то придумать, надо что-то доделать. Не, если взялись, то нужно сделать, понимаешь? Вот тут. Вот это пошла. Тут так затягивал. Это мастера сделали, наверное, да? А я не знаю, я не мел сам лично, так сказать. Я... Ты знаешь, туго-туго идет. Аж скрипит все. Ну это вообще так нельзя. А может и можно. Идет, ну просто я... Она должна выходить свободно. Да, ну ты видел, да? Ну, уж я какой сильный. Просто сильный-пресильный. В принципе. Ну. Даже бывает, что на бензокосах закручивают таким образом. Потом мне приносят. Может, это как он называется, помазать? А как ты помажешь? Что помажешь? Подожди, иди сюда, посмотрим. Я уже выкручиваю. Ну, просто посмотрим. Ты как хозяин посмотришь. Прям идет вообще с трудом. Вот я откручиваю. Прям ладони прижимаю. Прям сильно-сильно. Заводские, что ли, не меняли? 47 тысяч проехал. Я все ТО ходил. Ну, шикарный сейчас. Какая шикарная. Вот смотри, здесь пробой по полной программе у тебя был. Вот здесь вот пробой. Да. Да, потому что она не сисила. Хотя бы почистить можно было снять и почистить чем-либо. А так работала она замечательно. Просто замечательно работала. Ну какой зазор, я даже не знаю. Тут, по-моему, больше даже... Чем нужно, да. Это ужас. Давай поставим новую. Новую, да? Ну конечно, что ж, раз купил. Одну я открутил. Очень-очень туго. Вот смотрите, вот здесь есть вот это кольцо. Это кольцо смято по полной программе. Это кольцо не надо зажимать. Как только зажим произошел, и это кольцо такое мягкое, оно раз и все, больше ничего не надо. А тут кольцо сжали. И тут вообще даже вот аж, вот смотрите, как смято. Кольцо здесь смято, а там аж вышло. Вот это вот делают мастера. Свечи меняли в ТО. Это как он у нас? На фирменном салоне, как он называется-то? Моснива. Ну вот такие дела. На 30 тысяч меняли свечи. Буду пробовать, что-нибудь получится. Свечи заменил. Осталось вот эту вот проблемную свечу. Никак. Последнюю свечу откручивал вот хозяйским. Вот этим ключом, который вот сюда подлазит. Вот этот длинный уже не подходит туда. И вот он мне рассказывал, что глушитель у него просекал. Там просто отверстие вот такое вот было. И он решил поехать в магазин, купил глушитель и к мастерам. И вот он мне показал этот глушитель, как его установили. Говорит, это мастера мне, говорит, установили. И если вы приглядитесь, вот в этом месте, если, конечно, будет видно. Они его установили молотком. И в глушителе теперь какие-то металлические... Части какие-то внутри отпали, и они теперь там клацают. Заведет автомобиль, и они там тур-тур-тур играют, как дудка. Ладно, это вот он мне рассказал, показал. Буду работать вот с этой свечой. Принес мне отвертку, я сейчас попробую отверткой. Как получится
И вот, откручивая старую свечу, не пойму, ее откручиваю до последнего, идет прям с натягом с таким. Новую закручиваю, она легко завертывается. Не знаю, они, наверное, так закрутили, что резьба там алюминиевая, я не знаю, какая там алюминиевая, наверное. Она вся как бы вот так вот подтянулась. Но новая свеча закручивается хорошо, не пойму, может резьба другая, что ли, шире или что. Но смотреть не на электроды. Электроды просто, если посмотреть, они все беленькие, хорошенькие. Вот я вам показываю. Они все вот такие. Такие беленькие. Просто прекрасно. Свечи тоже в хорошем состоянии. Вот кроме вот вид такой вот изолятора. Ну попробую открутить. Идет. Я даже не знаю. Вот теперь уже начинает вращаться, потому что рычаг большой. И эти открутились. Неважно, но они откручивались. Вот это вот свеча. Пошла? Да. Нету. Интересно ее посмотреть. Нет приема лучшего. Это вот что они сделали. Они сделали, закручивая эти свечи, тоже каким-то приспособлением, взяв рычаг вот таким вот образом и закручивали. Ну, такое впечатление. Доводилось видеть, как закручивали. И вот я про что и говорю. И вот встретился, скорее всего, вот с этими свечами на этой Ниве. То же самое. Наверное, вот так вот откручивали. И то есть закручивали. А я теперь откручу. Вот так свечи закручивают. Длинный рычаг. Закрутили. А потом одно мучение. Не могу даже продолжить. Дождитесь, не выключайте и не отходите от своих экранов, компьютеров, телевизоров, телефонов. Посмотрим эту свечку. Какая-то она прям вообще, так не пойму. О, пошла уже от руки. Сколько я времени с этой свечой провел. Можно было уже. Фух. Нормально так смотрится, да? Отличная свеча. Отличная свеча. Ну, электроды. Так, вот это. Ну, да, новое. Великовато. Электроды. Вот смотрите. Между собой. Просто зазор огромный просто. Огромный, преогромный. Да, но свеча так выглядит хорошо. Вазовский, в хорошем состоянии. Вазовские свечи. Сейчас буду закручивать от руки. Сначала от руки. Вот свеча легко пошла. Смотрите, вращаю. Легко. Если бы я опять буду эту свечу опять закручивать, вон даже она шевелится, вот эта вот свеча. Эту буду закручивать, я, возможно, даже закрутить не смогу. Вот все. Нет, закручивается. Пошла. А это вообще легко вращается. На улице стало тепло, и комары летают. Они летают, хотят меня укусить. Все. Смотрите, вращение какое просто. Легкое.
конце как-то закручивается туго. А мне же надо прижать. Вот все. Дальше я не буду затягивать. Так, где что, как? Ну-ка. Давай уберем все. Или вообще садись, заводи. А перед тем, как завести, нужно вытащить клемму. Проверить напряжение у тебя есть что? Теперь нету. Нету, да? Теперь нету. Ну ладно. От чего? Я там посмотрел. Нет, да, давай. 12. Затягивай. Сейчас, ключ. Сейчас. Может, у меня ключ тут нету? Не должен у тебя, ничего. Сейчас найду. Нашел? Заводится автомобиль просто прекрасно. Просто заменили свечи, хотим просто завести и все. Это для себя. Как бывает, что-то меняешь, охота испробовать. Ну, у тебя нормально все здесь? Дай газету, а, если б есть. Вообще, никакого задымления нет. Ну вот здесь, да. В принципе, нормально. А вот фара, это что? Так и должно быть. Пока холодный, да? Наверное. Потому что я раньше не замечал как-то. Не замечал, да? Ну, у меня такого не было, как вот у тебя, да? Вот такого вот дыма какой-то вот, он белопрозрачный, да? Помнишь, я заводил? У меня такого не было. Ну, это днем было. Это днем, да? А сейчас холоднее становится. Холодно. Ну. Да, при какой температуре? Ну, вот я смотрю в камеру, да, на экран. Там прям хорошо видно. Вот смотри. Ну, да. Прям четко видно. А так вот, вроде бы и нету, да? А на камеру-то прям... Нагревается, вот он, и нормально. Нагревается, и все нормально. Ну, и все, значит, там есть какой-то конденсат, который с отработанными газами, он просто смешивается и выходит вот такой вот именно пары воды и отработанного газа. Скорее всего, так. Ну, 13 кисель, ну, вроде бы и все.